открывай. Не чудеси для нас с надеждой, верой и любовью. Самый лучший подарок от нас любимому городу сделан своими голосами. Творческий тандем наших новостей и информационного канала «Город» с композитором и певцом Львом Шапира получился спонтанным. Буквально с первых минут стало понятно – спелись. На свете много мест приличных, где так рады нам. Композиция про любимый город долгое время пролежала на полке. Чуть ранее Лев Шапира исполнил ее с коллективом Владимира Кислова. Теперь вот новая жизнь. Ты ж родина моя, Барнаул, что тут говорить? Я к нему отношусь тепло, поэтому и строчечки мелькают, и город живет, и в голове, и когда здесь не бываю. Без пафоса я говорю просто честно, так и есть. К комнате звукозаписи приучены, с основами дикции знакомы. Эти базовые умения и знания пригодились. Я на самом деле маленько думал, ну сейчас телевизионщики, это веселые братья, это как КВНщики тоже, вроде все поют, а вроде никто и не поет, все потом встают к микрофону и начинается там свистопляска. Свистопляски не услышите, все серьезно и слаженно получилось, не с первого дубля, конечно, спишем на волнение и дебют. Я испытала очень положительные эмоции, то есть можно даже сказать восторг. Если бы была возможность, я думаю, что мы бы все вместе пели бы здесь, ну, каждую неделю как минимум, но еще с такими людьми замечательными, как Лев, Эльдар. Я ощутил себя на самом деле какой-то звездой, которую записывают. Ну, пусть мои данные вокальные далеки от совершенства, но стоять у микрофона, петь, слышать свой голос – это потрясающе, Кирилл. Пускай нас встретит ночной трамвай или густой туман над Обью. Не за туманами съемки клипа. Премьеру мы запланировали в день рождения Барнаула 3 сентября. Не пропустите наш праздничный и музыкальный эфир. Любимый город, двери открывай. Для нас с надеждой, верой и любовью. Продюсер Кирилл Политов, оператор Алексей Фризин, информационный канал «Город».